Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». Люсьен Фрейд, стоящий на фоне тряпок. 1988-1989 годы. Холст масла 168/138. Люсьен Фрейд – известный британский художник немецко-еврейского происхождения. Его отец – архитектор Эрнест Людвиг Фрейд, младший сын основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Люсьен Фрейд специализировался на портретной живописи и обнаженной натуре, был мастером психологического портрета. Обнаженная женская натура стала важной темой творчества художника с начала 1906 года. Он детально выписывает тело модели. Этот подход к натуре побудил критиков отнести его работы к традиции реалистического изображения, обнаженной натуры, и даже конкретно к стилю французского живописца XIX века Гюстава Курбе. Сам автор утверждал, что его стремление было скорее пристальное внимание, нежели идеализация. Данная картина написана мастером его студии в Лондоне. Обращает на себя внимание фон, на котором изображена женская фигура. Его образует белая материя, то ли один большой и причудливо смятый кусок наподобие простыни, то ли множество отдельных. В любом случае это производит впечатление некой искусственно сделанной декорации. Подобный декор, появляющийся и в других картинах художников, превращается в один из элементов его стиля, что как бы не раз в современном искусстве заставляет задуматься над индивидуальным почерком, который в значительной степени определяется некой выдумкой, если не сказать чисто техническим приемом. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе Люсьена Фрейда, стоящая на фоне тряпок, 1988-1989 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.